Всім привіт! З вами програма «Бадьорий день» та я її ведуча Вікторія Андрушків. В попередніх випусках ми з вами вже дізналися, що таке йога-гамак та як за його допомогою залишатися завжди в гарному настрої. Сьогодні продовжуємо займатися антигравітаційною йогою. Тренування проводить Лариса Фомченко. Вітаю вас! Добрий день! Я хотіла би отметить еще такую возможность, которую дает йога-гамак. Вы видите, он крепится на ремешки, учитывая то, что лето все-таки наступает, и очень много свободного времени, теплое время года. Йога-гамак можно крепить и к дереву, на даче, в парке, ну, на любое крепление, и заниматься им самостоятельно. И сегодня мы можем с вами попробовать использовать йога-гамак для практик силовых, заменяющих, например, занятия TRX на петлях, либо заменяющие силовой фитнес, то есть силовые практики, и традиционная йога, которая, в общем-то, хатха-йога, которая немножечко эффективнее все-таки с помощью гамака. Мы сегодня познакомимся с приветствием солнцу. Это динамическая практика, одна из самых древних, которая дошла до нас. Она используется во всех школах под названием Сурья Намаскар. И я буду выполнять на коврике классический вариант хатха-йоги. А наша дружная команда будет выполнять с помощью то же самое, с помощью гамака. Соединяем косточки, большие пальчики стоп. Ладошки как минус и плюс. Складываем на уровне грудной клетки в намасте. Включаем внутреннее солнце. Соединяем внимание с потоком дыхания. Ровное, спокойное, естественное дыхание. Ничего не предпринимаем по поводу дыхания. Расслабленный язычок внутри. Ощущая давление веса тела на стопы, очередной вдох. Вытягиваемся за пальчиками рук. Очередной выдох, слегка подтянув пупок к спине, можно согнуть ноги в коленях, выставляем в наклоне опору ладошки на ширину плеч и опускаем обе голени в гамак, выходим в высокую планочку. Слегка оттолкнув плечи от головы, локти развернуты вовнутрь, пяточки разводим чуть-чуть в стороны и тянем от таза. Во время очередного вдоха корпус разворачивается на плечах прямых рук. Опускаем таз, расслабив ягодицы и бедра. И, подтягивая локти к тазу, выталкиваем лопатками ребра вперед, макушку тянем вверх. Спокойное дыхание. Во время очередного выдоха выходим в традиционную горку. Разворачиваем корпус на плечах, голова между плечами, копчик направлен вверх. Не стесняйтесь, разверните локти наружу. Точно так же плечи оттянуты от головы, шея свободна. Смотрим во время вдоха вперед, шагнув левой стопой вперед. Почувствовав опору, переносим ладошки на бедро, не спеша выпрямляя руки, поднимаем корпус. Оба колена смотрят вовнутрь. Можно продолжать опираться ладошками в бедро. Можно зафиксировать мышцами позу тела. Спокойно дышим. И с очередным выдохом опускаем ладошки под плечи, опускаем коленку в пол, ладошками отталкиваясь от пола, таз к полу, стопа свободна с правой стороны.
Внутренняя часть бедра открыта. Замечательно. Не поднимаем плечевые суставы, направляем наоборот плечи к тазу. Снова центр тяжести смещаем на ладошки, поднимаем таз, возвращаем стопу левой ноги под в коленном суставе прямой угол, ниже таз, Викочка, ниже таз, чуть-чуть вперед стопа. И правая ладошка к внутренней стороне стопы. Во время вдоха выводим ручку вверх. С выдохом опускаем ладошку. И левую стопу возвращаем в гамак. Хорошо. Опускаем обе коленки. Поза ребенка. Седалищные косточки на пяточке. Ребра на бедрах. Лоб на полу. И руки вдоль корпуса. Локти развернуты наружу. Ладошки вверх. Пока наша команда восстанавливается, я хочу обратить ваше внимание на то, что вот Богдан сегодня наш гость. И он проводит занятия в обычной, даже не совсем спортивной одежде. И тем не менее, есть возможность заниматься, заменяя некоторые упражнения более комфортными. Ну, учитывая условия. Хорошо, ладошки под плечи. И теперь повторяем, только уже по другой стороне. Возвращаем ладошки на ширине плеч, возвращаем стопы в гамачок. Локти развернуты вовнутрь, колени вовнутрь, плечевые суставы от головы. На вдохе опускаем таз. Хорошо. Виктория, толкните плечи от головы, ребра вперед, макушку вверх. Вытяните. Хорошо, вытяните. Потяните локти к тазу. Не таз. Хорошо. Горка. Выдох. Копчик развернут вверх. Отлично. Подмышки открыты. Замечательно. Смотрим вперед. Шагаем теперь правой стопой. Переносим ладошки на бедро, не спеша выпрямив руки, поднимаем корпус. С выдохом опускаем ладошки на ширину плеч, колено к ладошкам, стопа влево. И от ладошек передаем напряжение локти к тазу. И подталкиваем таз назад и вниз. Хорошо, снова центр тяжести смещается к ладошкам. Шагаем правой стопой в пол. И выдыхаем. Плечевые суставы от головы, лопатки вдоль спины. Оба колена направлены вовнутрь. Хорошо, выдыхаем, опускаем. Возвращаемся в планочку. И опускаем коленки. Косточки, большие пальчики стоп соприкасаются. Седалищные косточки выкладываем на пятки, ребра на бедра, лоб в пол. Руки вдоль корпуса, ладошки на уровне стоп, развернуты вверх, локти в стороны. Выдыхаем ощущение формы, все любые напряжения. Ладошки опираются в пол. Выпрямляя руки, подушечки стоп в пол. И встаем
завершаем приветствие солнцу. И во время вдоха поднимаем руки. Грудная клетка ложится на лопатки. Смотрим на кончики пальцев рук. Складываем ладошки вместе и выдыхаем через центр, опустив намасте к солнечному сплетению. И так мы приветствуем обычно солнце. То сегодня мы гарно попрацювали та привіталися з сонцем. Приветствие солнцу или Сурья Намаскар – это традиционная практика, которая используется всеми школами, всеми практикующими йогу. Сегодня мы это сделали с помощью гамака. Руками натянули макушку вверх. Хорошо. И очередной выдох, отпустив ручки. Опускаем ладошки в пол. Левая нога в гамаке, правая на весу. Выдох опустили. Вдох подняли. Опустили. Подняли. И еще раз опускаем ножку. Левая ладошка остается под плечом. Разворачиваемся. Правый локоть вверх и затем выпрямляем. Держим крестик, то есть нижнюю ногу подтягиваем к верхней и опускаем. Здесь работают не только наружные мышцы, но и, то есть мышцы всего тела, иначе баланс удержать очень трудно. На выдохе опускаем ладошку и опускаем коленку одну, вторую. Таз на пяточках, лоб в пол, руки вдоль корпуса. Отпускаем, выдыхаем напряжение, ощущение формы. Позволяем мышечной радости растекаться по всему телу.